И снова возвращаясь к теме дня. Гости Кызылорды восхищаются чистотой и порядком на улицах. Этим мы обязаны дворникам, которые выполняют трудную и грязную работу, чтобы в городе было уютно жить. От имени всех горожан особая им благодарность. За чистотой и порядком в городе следят 150 дворников и 70 грузчиков. Дина Даулетпаева уже 2 года работает дворником. Родом из Сулутюбе, уже многократная счастливая бабушка. Работу свою любит. По ее словам, за последние годы изменилось отношение к ним, простым дворникам. Руководство области стремится создать условия, поощряет, и население с большим уважением отзывается. Хочу выразить свою благодарность акиму области за поддержку. Нам предоставляются путевки в санаторий. С этого года для нас сделали бесплатный проезд на автобусах. Это большая помощь для нас. Спасибо волонтерам, неравнодушным людям. Зимой часто для нас они организуют горячий чай с баурсаками. Это очень приятно.